Быстрый интернет. Эксклюзивный танк Т-44-100. Танковый премиум-аккаунт и участие в специальных игровых событиях. Прокачай свой аккаунт. Подключай тариф игровой от Wargaming. Значит, расчет очень хороший. Если все у нас получится на этом танке, то вообще запою. Но, к сожалению, у них две арты, которые могут очень больно блайндануть. И если у них это получится, я буду прикручениться начну. Значит, один колёс-то не подсветился. Если он сейчас ко мне приползет сюда, будет вообще сюрприз неприятный. Я потеряю время, потеряю возможность быть неожиданностью детской. Это 52-й, да, меня обнаружил? Ничего, он глазастый. Мальчуган. И все, сейчас я тут нормально не постреляю, сейчас мне будут блайндами артоводы выдавать. У них тут занятий никаких больше не будет, 100%. Тигруха. Ты моя жируха. Что с ним делать? Я буду стрелять и засвечусь. А что-нибудь подождать или начать его бить уже? Но меня арты забахают, я же тут долго разряжаюсь. Секунд 10 буду стоять. Любой сведется и даст. А к черту. Ну, ожидаемо. Даже половину с него не стрес. Больно, блин. А если она попадет прямого, то я все. Ангарные истории начнутся у нас. Тут еще он ходит по цепи кругом. Что-то все поумнели внезапно. Вроде бы играют все как левый союзник прошлого боя. А тут что-то раз и поумнели. Сейчас он блайнит, смотри, вкус выстрелит. У меня будет окошечко как раз КД. Давай, стреляй. Я лампочкой хочу его развеселить, то есть она у него если загорается, он должен блайнить начать. Ну типа меня светит, значит в кусту он стоит, я стреляю. Арта не убивает, надеюсь она чем-то была занята другим. Так, нормально, этого тоже взорвали, красиво все. Что там за итальянская сосисочная пати у них? Стоят, слиплись в экстазе. Это какой-то взводик был, да, взводик? Давай, говорит, умрем как друзья вместе. А тот, кто их светил, не появится еще раз? Оба-на! Взорвали у нас от ПТ-шечка, сушечка у нас с КМП.
Ну давай пробовать еще что-нибудь тут ковырять. Это может даже мне не засветить. Во-первых, я не попал в нее почти ни разу. Что такое? Что ты будешь делать? Ого! Ты как это тут оказался на Хеллкэте? А это bad news. Надо его как-то тут прямо убивать вот немедленно. Подожди, а где он? Он разбился. Понял? Надо сушечку сейчас спасти. На нее наброситься. Нужно быть возможность пострелять. Что на нее набрасывается очень вяло. Может подняться мне, а? Ой, да там уже их и понятно. Надо арту убить. У них все светились. Перед нами только СУ-100. А у меня есть даже союзник, который сейчас на себя огонь возьмет еще. Причем нужно поспешить. У нас что-то убили в итоге сушку. И базу будут скоро брать. Кто-то по мне еще вломил на 200. Это они обе вломили, не? Я же успею, пока она заряжается. Так, а сейчас начинается самое вкусное. Сейчас будем отбиваться от волн захватчиков нашей базы. И сначала, а их уже двое внезапно. Попробовать надо сверху сначала. Если они там встанут в неприкрываемое место. Проблема вот в чем. Кто заехал? Возможно, челленджер и, возможно, колесный. А возможно, и СУ-100. А если я воспользуюсь, допустим, простым решением? Это вот такое вот. Я потерял время. Я не успею. Козлы эти захватчики мамины. Видно. Че, умираю? Прикрой, прикрой, прикрой. Он не видел меня, пока я перезаряжался. Обосраться, я просто исчез. Так, ну что, остался тот недобиток на итальянца и СУ-100. Что я знаю, что СУ-100 была где-то снизу. И не она поехала в круг, она тут и осталась. А, она перевернулась. Пойдем и расстреляем тогда. А вот итальянец. Так, драка с боссом. Я его за барабан взрываю, может просто расстрелять его, пробовать. Топчик. Ну и все, десерт. 6 минут. 4 пульки! А у нее 230, а у меня пульки по сколько? Короче, расстреляю все, а там как пойдет. Так, надо поудобнее встать. Никто же не торопит. Ну если что, базу возьму. Попробовать, может быть, встать так, чтобы я пробивал ее МТО тупо сверху вниз. Тогда расстояние до двигателя будет небольшим. И может быть, я ее критану и подожгу. Такое же может быть.
Вот так вот красиво. Еще одна осталась. Нормальные боечки, ребятки, да? Лайкосик, прожмите за такой боечек. Хороший боечек. Интересный и веселый драйвовый. О, медали-то. И мастера не дают. Это прям вообще обидно. За такие бои, за 8 фрагов. Кто же эти люди, которые играют на этом танке? Ну, признаться, я, потому что я мастера получил прям с первого боя на этом танчике. Жаль, их не было 5, да? По идее, я остался против... Кто там? Колесный был, Челленджер, Сушка и Итальянец. Их было 4. Если бы я одного арта-петуха, например, приберег... А, мне не хватило пулик. Тогда, подожди, я на него и не потратил бы их. Тогда бы их и хватило. Ну, ладно. Насрать. Вон медалик сколько дали. Как это называется, медальки хоть? Посмотрите. Эй, алло. Медаль Редлика за 8 фрагов. И Паскуччи за коричневое... За коричневый геноцид. Кайф, кайф. Просто танк огонь. Танк огонь. Опыта дали 2200. Ну вот на секундочку, ребята! На секундочку. Я, признаться, стрелял, ну, почти во всех, которых сам светил. Там по итальянцам стрелял, которые светили другие. И все. Я сам расстрелял тигра, сам расстрелял всяких остальных, сбил 100% захвата, осветил две артиллерии, сам же их убил, сам их светил. Почему не дали мастера, йоу? Ну это реально хороший бой. Ну ладно, чё.